первую гимназию пришел человек, чье имя ассоциируется с понятием «сочинский футбол». Это Гоча Гагричиани. Он играл еще за юношескую сборную Советского Союза, потом выступал за «Жемчужину» и стал ее главным бомбардиром, забив 72 мяча. Он провел небольшую разминку со школьниками, а до этого им рассказали, в каких городах пройдут матчи российского чемпионата мира, на каких стадионах. Отдельное внимание уделили подготовке к Мундиалю в Сочи. Если мы сравниваем с Кубком Конфедерации подготовку, мы имеем уже две базы команд, где будут размещаться, надеюсь, очень известные нам именитые сборные мира. Ну и, безусловно, у нас будет незабываемый, на взгляд, это фан-фест, фестиваль болельщиков, который будет работать в течение всего месяца во время проведения чемпионата мира по футболу. И поэтому всех ждем, милости просим в городе Сочи. У нас будет здорово. Другими словами, сейчас делается все, чтобы Сочи стал по-настоящему футбольным городом.